Я приветствую вас, дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала. С вами Ангел Рок. И Элизабет Смайл. Это снова игра Outlast. После большой передышки. Да, ну я-то играл. Снова здесь я, к сожалению. Чего это, к сожалению? Ну, опять. Большой радости. Лучше опять. Да нет, пока не надо. Я один такой из-за угла. Так, а где этот винтик находится? Так, мы вот здесь находимся, да? Да. Здесь вот. Один там, по желтому. Это ж ни хера себе. Долго, это да? надо вот надо так вот бежать сюда, пройти. Сюда, вот так вот и вот сюда, да? Да. Лучше повернуть. Нифига себе. И это сюда так потом бежать. Ага. Я советую тебе сначала по желтому пройти. Желтый. Советую-то. Эта нехорошая девушка прошла эту игру. И теперь будет мне советовать. Как же мне ее хорошо так пройти. Да? Да. Я ее прошла очень давно, поэтому не помню, что. Где он? Так. Где ты? Он там. Где? Ну, вот он здесь? Оттуда, да. Он, чувак, тот там. Он лучше любит. Бежим! Вот та-та-та. Да, блядь, быстрее, су! Где тут ущель была? Быстрее! Он не достанет, он же там стоит. Хрен. Видишь, он не достанет, он обратно пойдет. Вот. Теперь он пошел к тому рубильнику, значит, надо идти по оранжевому. Ну ты смотри просто сам. Он идет в одну, значит, надо идти в другую сторону. Я понимаю, конечно, да. Все, что, он пошел сюда. Включаем камеру. Я включаю камеру. Где куда? А, вот туда. Пока не включаем. Сюда заходим. Закрываем. Мазафака. Дверь закрой! Чем время тут должен быть шкаф? Да? Я не честно, должен быть. Шкаф, ты здесь есть? Опа! Нет, шкаф. Есть. Быстро. Я не вижу. Опа, посидим. Сейчас дверь выломать. Вот меня прикалывает эта игра то, что они не могут открыть дверь. Да, они ломают. Ее выламывают. Так и потом ее не закрыть ты не можешь. А? Ты ее тоже. Да. У меня один чувак там выломал дверь и он просто не закрыл. Ну, потом не смог закрыть ее. Она просто упала на пол. Где он? Морозот. Ну. Если рубильник включился, ты должен прийти. Музыка подсказывает нам, что где-то он. Вот он. Нас тут нету. Нет, только не когда. Кищ. Вдруг такой приготовил, что мы уже... Ой, ёпа! Пипец! Ты как? Кидай нас сказал? Нафиг! Дай, кидай! Беги. Беги! Чувак! Чувак! Бежим! Беги! Перепрыгивай! Чувак, беги! Сюда! Я знаю, куда. Опа! Давай, быстрее! Залазь! Так. Меня радует, что мы эти рубильные ключи. Так, не в ту сторону пошел. Ну, он немножко обратно вернет. Нет, он точно не вернется. Мы не успеем соскучиться по нему. Вернется. Давай. А там получается... Погоди-ка, подойди-ка к тому люку, где вода. Там она, наверное, была... Она чище стала. А, нет, не стала. На нем была. Там есть вот этот, такой туннельчик. Но большой, в который он не пролезет. Можно спрятаться там, значит. Угу. Он, походу, вот он так вот идет. Просто отходит. Да, вот так вот идет и вот так вот вокруг. Угу. Нам можно так вокруг пробежать и можно, наверное, пролезть. Так, он идет туда. Ага. Все, он пришел. Почему? Да, ему не интересно там просто.
Да нахрен. Он тебя послушался. Не знаю, где это находится. Видимо. Нет, нет. Да не туда! Может, просто за ним идти? Да, попробовать идти за ним, а потом он резко обернется и побежит за нами. Зашибись. Да ладно, что, успеем, наверное. Понимаешь? Я надеюсь. Он же к нам. Он бежит. Он не просто бежит, а вот именно он бежит. Он нашел способ, чтобы не прыгать, да? Да. Потом будет спотыкаться. Сейчас, может, в другую сторону пойдем. Пойдем в другую сторону. Чувак, иди в другую сторону. Иди. Да ты пойдешь налево. Ты белокосая. Кстати, заметила, труба не совсем желтая. Зеленая, плесневеет. Вообще плесень. Ну там у них раньше тоже оранжевый с плесенью. Даже так идут. Что можно спрятаться? О, реально. Опа, помочь. Значит, который можно занять. Да-да-да. Посмотрим, как он туда уйдет. Потом резко туда побежит. Ну так, если нет, значит он сейчас не рядом. Опа-опа. Он как раз таки рядом. Отлично. Сваливай. Вали нахер отсюда. Не оборачивайся. Ну здесь нет. Куда ты идешь? Ну вот куда? Ну зачем? Может, он все видит? Как? Что? Прям там сейчас вылезает. Ку-ку. Ага. Мой мальчик. Рожа такая страшная. Стрёмная такая. Ну как в хоррорах обычно. Так это и есть хоррор? Нет, я имею в виду, который сегодня нам рассказывал. Мазафака. Тоннель быстро. Ой-ой-ой. Быстрее, блядь, быстрее. А нет, он нас поймал, блядь. Кидай нас, кидай. Давай, беги. Походу не туда побежал. Блин. Забегать в этот шкаф сразу. Ты точно. Опа, пригнулся и залез. Да ты. Твою мать, нет, все, хана, не. Все, нам хана. А нет, кинул. Все, можно, беги, можно хорошо, бежать. Да, а, можно бежать. Беги. Ты куда бежишь? Блять, не туда. Ё-моё, блин. Сюда. Прыгай. Опа, прыгай, чувак. Я знаю, это паркур. А ты да. Так, так. Опа. Главное, чтобы не достал. Нет, ну что тебе так полюбилось? Это желтая труба. Надо было сначала, наверное, не ехать. Крутите. Ну тогда будем бить постоянно в той оранжевой. Так, я тут. Так, мы сейчас тогда, когда он туда пойдет, туда срезко побежим, в эту трубу залезем. Бункер рулит, пока он туда уйдет. Все. План действий. План действий. Нифига, если он туда не пойдет вообще. А нет, он услышал мои слова. Так, бегом. Бежим. Да, блин, прыгай ты. Паркур, чувак, паркур. Быстрее. А тут шкафчик нету, просто. Там есть щель. Какого хрена тебе здесь надо? Погоди. Прям здесь он через нее не перелезет.
Как не перелезет? Нет, я просто постоит, я имею в виду, увидел. А, о, все, красавчик, чувак. Молодец. Спасибо, чувак. Молодец. Что за хрень какая-то здесь выскочит? Ну, вот, не очень. Так. Уверена? Почему-то мне так кажется. Тут лучше. Ну ладно, если он чего он скинет, так мы это можем сдриснуть. Стоп. Пошел ты. Блин, что он бежит? Судя по звуку, он ушел в ту сторону. Та-та-та-та-та. И сразу глип. Сразу? Думаешь? А там ничего нету? Надеюсь. Я-то не знаю. Ой, там вообще темно. Еще такая рожа. Будем... Это... А, я не могу вниз посмотреть. Так, как будто бы я в нее не играла, потому что я ничего не помню. Я вниз не могу посмотреть. Ты не посмотришь. Чувак, посмотри вниз. А еще есть батарея? 5 штук. Угу. Ну что, это уже все. А тут что-то кто-то есть? Ты как думаешь? Тут трупы висят. А, тут же все затоплено будет. Да. Будет прикольно, если он включит это все. Назад. Выключить. Ой, что такое? Випс. А, ну да. Нафиг. Блядь. Извиняюсь за мат, я чуть не усрался. Честно, ребята, я даже не помню. Ты ползи, ползи. Да ты видела, кто там? Он убежит сейчас. Точно? Он должен. Должен? Я когда вылезала, там ничего не... Я не помню. Я... Куда ползи? Звук не так, нет. Идет сохранение. Так, ну походу нас тут будут убивать. Потому что сохранение обычно идет вперед. Да. И этот коридор длинный такой вообще никак не радует. Может, можно провалиться еще. Идем спокойно так, сзади кто-нибудь сейчас побежит. Советую зайти в дверь. Думаешь? Не советую зайти в дверь. Я не знаю, что это было. И мне тоже как-то страшно. Так. Блин, походу нам точно реально туда идти надо. Чувак здесь фонариком посветил. Интересно, этот чувак нас такой трогает, нет? Ну, здесь есть такие, которые трогают, есть такие, которые не трогают. К нему лучше не подходить, мне кажется. Лучше тупо в люк. О, красавчик. Грызовичек. Он великолепен. Вообще. Что, сразу нырнем? Да, лучше думаю, да. О, там кровавое что-то есть. Жаль, что когда ты под этим спускаешься, вниз нельзя посмотреть. Так вот, а чё я говорю? Чё пугает? Да, спускаемся. Ты опа! Чё, куда идём?
Ой, вот. А это... Это слив туалета. Мазафака! Что-то кого-то, походу, с улицы стынет. Закрыть. В туалет просто смыли. Нихера, красота. Тут какая. Много кого смывали. Просто. Что-то я вот батареек не вижу, ничего. Так вот. Что? Батарейки нигде не валяются. Высоко. На слив. Да, если это только вода. Боже, какой ужас. Кишки валяются, красота. Да, вообще не описуем. Так. Чё? Блядь. Я просто в штаны кладу. Просто кучу. Там люк есть, это можно пролить. Думаешь, стоит? Ну, не знаю. Наверное, раз уж он есть. Можешь, конечно, дверь попробовать. Но... Ну, я лучше здесь положу. Че, какие-нибудь твари выскочат на меня? Они же тоже могут ползать, наверное. Я так предполагаю. Найдите выход из этой канализации. Легко сказать. Ой, ё-моё, косяка испугался. А, так, мы где? О, здесь, походу, можно залезть. Так. Включить. Идёт сохранение, да, правильно. Опа-на. Блять, там темно. Может, хватит материться? Я извиняюсь. Там... А там... А тут чувак. Закрой. Это тот же самый чувак, который тын-дын-дын танцует. Сейчас руку уберет, он будет танцевать. Убери. Закрой. Закрой. Он не уберет ее. Да закрывайте. Это чувак. А вот. Все. Заключила чувачка. Тебя, блин, такой рожу. Значит, нам в ту кромешную тьму, как всегда. Ну ладно. Опа, резко так. Опа, резко так. Вот я-то откуда знаю. Где ты? Да. Да, это было. Что это за страшные звуки? Что-то. Нам туда. Это так я. Блин, Бакова. И нафиг. И чё так придется каждый раз лезть? Ё-моё. Чё они не трогают? Ну, так. Быстрее. У меня какие-то смешанные ощущения. Всё, не надо. А какого хрена? А, ну мы там за это шли, так там. Пик. Наверное, туда. А мы не кругаля навернули? Мазафака! Пала. Сосулька. Так называемая. А там...
Меняй батарейку. Быстрее. Я ничего не вижу. Один хрен ничего не вижу. Такая вибрация пошла по воде. Фок. Откуда? На встречу? Нет, наоборот. А от нас? Блин, мелодия мне нифига не нравится. Где-то кто-то... О, просолочек. Бля, тебе нахрен, вот. Бежим. Не убежим точно, уверен. Давай, плыви. Давай, прыгай. Прыгай, прыгай, мать твою. Прыгай, беги нахрен. Чё ты... Беги, бля. Всё, хана нам. Опа. Предлагаю на этом серию закончить. Я тоже. Нас благополучно убили. Замочили. Так. Замечательный конец. Давай, погоди. Постоим здесь. Все. Так. На этом мы закончим эту серию. Всем пока. С вами был Ли Ангел Рок. И Элизабет Смайл. Всем удачи. До скорой встречи.